подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч. Шутки шутками, а сегодня мы с вами разбираем песню группы Кошки Джем «Сон С». И для начала я вам спою ее. Я по железной дороге иду, не сверну мне ни вправо, ни влево, посевы взойдут на земле без меня. Я исчезну с утра вечным силам добра. Я молитву брошу солнце, купи мне гитару, научи курить план. Не раскачивай землю, не буди поутру, и вам расставь, да прогляни сушня. В общем, сделай так, чтобы все было мечта. Я жажду крови, я потерял 15 рублей. Вообще я добрый, но в мире не найти меня злей. Я убеждаюсь, что стала неверна мне рука, а в ритме смерти так же далеко. Вау, солнце, купи мне гитару, научи курить план. Не раскачивай землю, не буди поутру, и вам просто да прогляни сушня. В общем, сделай так, чтобы все было ништяк. Послушай, солнце, верни мне всех друзей. Любовь красавица, ожидание новостей. Большой коробкой, счастью до небес. Отлично Гибсон, но сойдет и Ивана. Чтоб на меня смотреть ходила вся Москва. Хочу быть братом Вити Сухорукова. И ты будь здрава и вовеки не остынь. Среди управишься, спасибо, все аминь. Солнце, купи мне гитару, научи курить план. Не раскачивай землю, не буди поутру, небо просто для прогляни сушня. В общем, сделай так, чтобы все было хорошо. Сегодня записываю урок в такой необычной обстановке, на балконе прям, потому что в комнате у нас темновато. А я хочу, чтобы вы смотрели видео в хорошем качестве, дорогие друзья. Света, фонарей у нас, конечно, нет пока, но в скором времени, надеюсь, это все будет. Ну а пока снимаем таким вот образом. Итак, давайте рассмотрим, какие у нас тут аккорды. Главный аккорд у нас тут G, G. Тут он главный, потому что тональность песни соль мажор, то есть G, дур. Аккорд G, аккорд D, аккорд ЕМ и аккорд С. Эти аккорды у нас присутствуют во второй и первой части песни. А в минорной третьей части у нас еще прибавляется аккорд АМ. Итак, давайте посмотрим куплет. Сразу говорю, что песня строится на одном бое. Конечно, в интернете есть другие кавера на эту песню, где используются совсем другие бои. Например, вот такой. Ну, как мы знаем, что в оригинале у нас сами кошки Джем играют такие бои. Поэтому сначала я покажу основной бой. Итак, в первом куплете у нас чередуются такие аккорды. Г, Д, АМ и С. Обычно аккорд С зажимают вот таким образом. Обычный вид. Также можно еще зажать шестую струну на третьем ладу. То есть добавить к этому аккорду, будет полнее аккорд таким. То есть солист группы Кошки Джем сам тоже использует более полный аккорд. Итак, бой у нас звучит так. То есть я не помню, как он называется, или бой восьмеркой, или шестеркой. Ладно, сейчас покажу, как делать этот бой. Берем аккорд G для начала. Проводим большим пальцем по струнам вниз. Потом, или можете удар сделать вниз. Ну, в общем, удар вниз идет. Вверх, хлопок, вверх. Еще раз. Удар вниз, вверх, удар, вверх. Потом перемещаемся на аккорд D. Также делаем удар вниз, вверх, хлопок, вверх. Дальше аккорд EM. Вниз, вверх, хлопок, вверх. Дальше аккорд С. Вниз, вверх, хлопок, вверх. То есть на каждом аккорде у нас повторяется тот же самый бой.
этот самый бой, сразу же нужно поменять аккорд. Чем быстрее, тем лучше. Чтобы без приготовлений сразу начать бой на другом аккорде. Итак, давайте повторим еще раз бой. Вниз, вверх, хлопок, вверх, вниз, вверх, хлопок, вверх, вниз, вверх, хлопок, вверх, вниз, вверх, хлопок. Еще раз. И в первоначальном темпе он уже будет звучать так. Если кто не умеет делать хлопок, можете просто, как бы, зажав кулак, бить по струнам сверху. Тоже вариант. Но чтобы научиться это делать хлопок, нужно ногтями сделать удар по нижним струнам. Так, вот таким образом. То есть сначала вы зажимаете как бы немного в кулачок, и потом параллельно струнам бьете вниз. Ну, думаю, у вас это все получится. Итак, мы дошли до припева. В припеве у нас те же самые аккорды, но порядок их меняется снова-таки. Итак, аккорд Г сначала, аккорд С, аккорд ЕМ и аккорд Д. Бой тот же самый. Вниз, вверх, удар, вверх, вниз, вверх, удар, вверх, вниз, вверх, удар, вверх, вниз, вверх, удар, вверх. И звучит в темпе так. Аккорд повторяется два раза. Пиво простак, добра ты не сушня. В общем, сделай так, чтобы все было нечто. Как вы заметили, когда мы доходим до слова пиво, от аккорда Г у нас каждый аккорд уже начинает звучать по два раза. Вот еще раз, от аккорда Г. Пиво простак, добра ты не сушня. В общем, сделай так, чтобы все было ничто. То есть от аккорда Г два раза у нас каждый аккорд еще раз повторяем. Но последний аккорд С и Г у нас по одному разу. Еще раз медленно проиграем припев. Солнце, купи мне гитару, научи курить план, не раскачивай. Надеюсь, вы поняли, как два раза играть один и тот же аккорд. Это очень просто. Вниз, вверх, удар, вверх, вниз, вверх, удар. Сам вот этот удар вверх, он связывает вот эти два повтора боя. Вниз, вверх, удар, вверх, вниз, вверх, удар. С припевом разобрались. Дальше идет второй куплет. Он точно такой же, как первый куплет, так что его мы не будем трогать. После него идет еще раз припев. И когда мы его заканчиваем, чтобы все было ништяк, как бы делаем один только удар на аккорде Г. Немного ждем паузу. Чтобы сыграть, как я сыграл вначале, вам нужно поставить ладонь на нижний порожек, то есть при этом немного блокируя звук струн, чтобы такой приглушенный звук струн у нас получался. Если поставили вот таким образом, у вас все получится. Вот ладонь ставим на нижний порожек, не целиком, чтобы прям такой
очень глухой звук был, а? Чтобы он звучал, но при этом был немного приглушенным. Итак, берем аккорд Е-М. Бой у нас тут очень простой. У нас идут простые удары вниз. Просто нужно будет делать на некоторых ударах вниз акценты. Слушаем. Два акцента получается. Но если они у вас опять-таки не получаются, вы можете просто делать удар вниз. Тоже звучат. Это ни на что не влияет, просто у вас бой был бы более четким. Итак, берем аккорд ЕМ, делаем вниз, 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 вниз. Аккорд ДМ. Тут нужно стараться бить по четвертой струне. Вниз, 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 вниз. Дальше аккорд АМ. Уже на пятой струне тут стараться нужно. Еще раз. Послушай, солнце, верни мне всех друзей. Любовь, красавица, ожидание новостей. Большой коробки, счастье до небес. Отлично Гибсон, но сойдет и Иванес. И снова пошел мажорный лад, да? Надеюсь, вам все было понятно. У нас тут чередуются три аккорда в третьей части. В начале третьей части. Или простые аккорды вниз. Послушай, солнце, верни мне всех друзей. Любовь, красавица, ожиданию новостей. Большой коробки, счастью до небес. Отлично Гибсон, но сойдет и ибо. Если честно, наверное, даже простой удар вниз больше подходит здесь. Как бы такая статистическая остановка получается. И, на мой взгляд, она очень даже интересная. Дальше идет аккорд Г. То есть уже начинается, продолжается куплет по аккордам припева. Не путайте. И тут уже все играется тем же самым боем. Аккорды повторяются по два раза. Чтоб на меня смотреть ходила вся Москва. Хочу быть братом Вити Сухорукова. И ты будь здрава и вовеки не остынь. Нужно сделать такую небольшую остановку на аккорде Г и два раза удара вниз. Ну тут сами импровизируйте. Или вообще не делайте остановку. Но это все на ваше усмотрение. Еще раз повторим третью часть. Послушай, солнце, верни мне всех друзей. Любовь, красавица, ожидание новостей. Большой коробки, счастье до небес. Отлично Гибсон, но зовет ты Ибанес. Чтоб на меня смотреть ходила вся Москва. Хочу быть братом Вити Сухорукова. И ты будь здрава и вовеки не остынь. Дальше идет снова припев. Его я уже повторять не буду, а покажу вам другой бой, при помощи которого часто исполняют эту песню. Я видел сам на ютубе. И он, наверное, выглядит по-другому, но я примерно покажу, как оно играется. Берем аккорд Г, делаем удар вниз, вниз, Д, вверх, вверх, вниз, 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 вверх, вниз. Его, этот бой вы уже знаете, я его уже показывал в каком-то видео. Еще раз, то есть на два удара вниз у нас приходится совсем другие аккорды. То есть вниз, вниз, потом меняем аккорд. Вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Вот теперь, ребята, на этом мажорном аккорде наш урок действительно подошел к концу, и я не шучу. Подписывайтесь на канал, чтобы получать новые разборы. Не пропустите их, изучайте песни, учитесь играть на гитаре. Ставьте лайки, если видео было полезным и понравилось вам. И до новых встреч!